мнению горожан, когда столбик термометра поднимается до 30 градусов, самым лучшим местом для отдыха является пляж. Для того, чтобы хорошо отдохнуть, необходимо знать определенные правила техники безопасности у водоема, которые мы узнаем прямо сейчас. Запрещено распитие спиртных напитков, купаться в алкогольном опьянении, купание собак. Пляж также огораживается, купальная зона, буями. За буи запрещено заплывать. И оборудовано здесь, в данном пляже у нас оборудована детская купальня. Тоже оборудована, закрыта буями. Запрещено еще подныривать под человека, хватать его за любые части тела. Установлено рядом с пляжем спортивный городок. Обычные тренажеры для занятий фитнесом, они на разные группы мышц. Доступны они всем горожанам нашим, которые гуляют либо отдыхают у нас на пляже, на городском. Эти спортивные площадки соответствуют ГОСТам, установлены они по технике безопасности. Они абсолютно безопасны для использования. Привести свое тело в порядок и быть готовым к купальному сезону нам расскажет Александр. Александр, здравствуйте. Здравствуй. Расскажи, пожалуйста, а в чем преимущество занятий на свежем воздухе? Преимущество занятий на свежем воздухе в том, что мы получаем большое количество кислорода, чтобы наши мышцы могли работать более долгое время. Понятно. Ты занимался на этом тренажере. В чем его преимущество? Преимущество этого тренажера в тренировке мышц рук и мышц груди. Прорабатывая сразу две мышечные группы. Вот. Для начинающих здесь можно делать по 3 подхода, по 10-12 повторений. Упражнения, которые сейчас я делал на этом тренажере, подходят и для мужчин, и для женщин. А сейчас покажу тебе упражнение, которое подходит больше для девушек. Смотри, мы встаем, держишься руками за ручки, можешь держаться спереди, если так будет комфортнее. И начинаешь разводить ноги в стороны медленно, и потом сводишь ноги, не касаясь упора. Упражнение качает внутреннюю часть бедра и внешнюю. Еще 2 раза и заканчиваем упражнение. Раз и два. Аккуратненько сложи, закончили. А теперь я покажу самый функциональный тренажер на этой площадке. Это брусья и турник. Здесь мы можем делать отжимания на брусьях, которые развивают нам мышцы трицепса и грудные мышцы. Можем делать здесь с упором в эту спинку упражнение на нижнюю часть пресса, да, чтобы на пляже выглядеть поджаро красиво. И последнее мы можем делать подтягивание на турнике. Для начинающих здесь надо будет делать по 12-15 повторений в 3-4 подходах.